Павлодаре перед предстоящим референдумом студенты и преподаватели вузов и колледжей ведут активную разъяснительную работу среди населения. В областном центре также прошло заседание экспертного клуба «Сараб». Его участники обсуждали конституционную реформу и обменивались мнениями относительно перехода от суперпрезидентской к президентской республике, сильным парламентом и подотчетным правительством. Мы стараемся всегда акцент делать упор на молодежь, потому что они в первую очередь, это их поколение, они останутся с этим, они все эти изменения должны сами почувствовать. В будущем все эти изменения будут только влиять только на их жизнь. Соответственно, все это делается для них. Почти все, наверное, молодые люди еще, кто сейчас в возрасте молодежи, они не участвовали никогда в референдуме. Ведь референдум был 27 лет назад. И это действительно по-настоящему историческое событие для каждого молодого человека.